С нами Александр Панков. Саш, ну, во-первых, болельщики тебя благодарят и видят в тебе бомбардира, ты забиваешь уже, который матч. Как складываются взаимоотношения в новой тройке вместе с Копейкиным и Семиным? Ну, ребята, как бы, профессионалы, и они уже довольно-таки давно играют на высоком уровне. Вот, забивные, я очень рад, ну, попасть в эту тройку, и, ну, хочется как можно больше задержаться, и хочется помочь, ну, не выпадать из этой тройки, охота им, ну, правда, вот на них играть, правда, очень нравится. Ну, скажу в отдельности, там вот, вроде притираемся, уже две игры сыграли к Лехе Копейкину, вот чуть-чуть не хватает, вроде уже вот-вот-вот где-то вот должны забивать, и чуть-чуть смазано получается, вот. А Дима Семин – это такой центральный, что любой партнер, мне кажется, с ним будет играть и получать удовольствие. Насколько тяжело было преодолевать вот этих вот высокорослых вратарей? Ну, вспомню вчера Карлсона, да, из Бориса, да тот же бывший минский вратарь, а ныне в Уфе защищающий ворота, тоже высокий, правильно? Ну, вратари большие, но у нас как бы были по поводу этих вратарей нарезки всякие, то есть мы смотрели, и я думаю, что сейчас в нашей, на данный момент ситуации, где-то есть и не фарт, и какая-то неудача. Я думаю, что в скором времени мы через этот барьер перешагнем. Ну, я думаю, закончится черная полоса. По составу скажете несколько слов, а кто летит, кто остается? Ну, мы практически все летят. Вот, я уже сказал, что Романов остается, он лечится. Но вот как только поправится, присоединится. И у нас еще, скорее всего, до конца еще мы не решили, но, скорее всего, или Епишин, или Воронков останутся. Вот, пока это еще не ясно. И здесь просто в Чехове будет игра нашего фарм-клуба. Для игровой практики кто-то из них останется, сыграет. А остальные все летят. Впереди достаточно сложная серия и первый матч с Сибирью, с которой недавно встречались, и там тоже вратарь, что надо, Салок, он играл очень прилично здесь, в Подольске. Ну, во-первых, нам надо будет на самом деле и сейчас и пробивать этих вратарей хороших, и как-то команду. Ну, я думаю, что самое главное сейчас надо нам сплотиться. У нас, в принципе, все выздоровели, есть там микротравмы какие-то. Я думаю, что вот это вот сейчас, даже эти, пускай поражения, нам, надеюсь, пойдут на пользу. И нам сейчас главное, чтобы вот именно вот командой войти в игру, вот эту нить зацепить победную. Какой из четырех матчей на выезде будет самым сложным, на твой взгляд? Я думаю, все матчи сложные сейчас. Ни одного матча проходного нет, поэтому будем биться каждую игру. Я могу заверить болельщиков, что ребята равнодушных нет, и, в общем-то, все отдавались. Они работают нормально, и результат все равно придет. Пусть не волнуются.